проекторы, интерактивные доски, занимательные игры и даже очки виртуальной реальности. Неделю назад в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации Химкинский открылся специализированный класс. Теперь ребятам с особенностями здоровья будет проще и интереснее познавать мир. Это у нас песочница. Мы здесь тренируемся с ребенком. Занятие по понятиям в пространстве. Высокое, низкое, широкое, глубокое, сыпучее. На открытии специализированного класса представители администрации и социальной службы. Для них экскурсия по центру и знакомство с сотрудниками. Гости оценили и новое современное оборудование. Гамаки для того, чтобы ребенок успокоился. Мешок у нас. Мешок яйцо совы. Это когда ребенку вообще тяжело, плохо, например, у него плохое настроение. Мы его туда погружаем. В эпицентре я видела в разные периоды и в разном состоянии. И сегодня вообще он вот раскрылся совершенно с новой стороны. Хорошие обновленные классы, хорошее реабилитационное оборудование, которое очень востребовано среди родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Меня радует то, что все оборудование, которое было закуплено, оно в полной мере используется специалистами. Жителям Подмосковья, в том числе и Химок, центр предоставляет бесплатные услуги. С детьми занимаются психологи, логопеды, медики и другие специалисты. Программу подбирают в зависимости от возраста и особенностей ребенка. Чтобы ребенка признали нуждающимся, необходимо подать документы через портал МосРег, подать документы для признания нуждающимся в управление социального развития Химкинского округа. В течение 10 дней рассматриваются документы, и ребенок признается нуждающимся и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Ежедневно центр посещает более 50 детей. Профессиональные педагоги помогают им развивать мелкую моторику, координацию движений, скорость реакции, мышление и другие когнитивные функции. Геометрические фигуры, их нужно поднимать и передвигать. Это помогает ребятам лучше ориентироваться в пространстве. Благодаря новому оборудованию обучение стало в разы эффективнее. Яркие цвета и динамичные картинки помогают ребятам дольше удерживать внимание. Современное оборудование оснащено разными функциями. Например, с помощью интерактивной доски дети изучают буквы и развивают навык произношения. Допустим, сейчас звук «Л» и все возможные вариации. И тогда здесь я прям в презентации меняю на… Можно поменять? Можно поменять, конечно. Это обычная презентация PowerPoint. То есть можно все эти звуки поменять, буковки написать, те, которые соответствуют, и ребенок начнет это отрабатывать вместе со мной. В следующем году в реабилитационном центре должна появиться еще своя фотостудия и гончарная мастерская. Новые возможности помогут ребятам раскрыть таланты и адаптироваться в социуме. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ. Попробуйте.